Ход реализации программы «Занятость-2020» обсудила сегодня комиссия партийного контроля карагандинского филиала партии «Нур Отан». Что из намеченного программы уже сделано, а что еще предстоит реализовать? Также какие существуют проблемы в исполнении государственной программы? Об этом и многом другом сегодня отчитались руководители государственных органов. Так, из 619 запланированных в этом году участников программы занятости все направлены на обучение. По состоянию на 1 октября закончили обучение 579 участников, из них трудоустроено 400 человек. Отсутствие перспективы трудоустройства специалистов, недостаточный анализ рынка труда, подобные недостатки обнаружили в ходе реализации программы занятости члены комиссии партийного контроля правящей партии. Основная причина бизнеса – недостаточного анализа рынка труда и его перспективы. Не скоординировать действия Министерства ведомств, отсутствие начальной пилотной реализации четкой программы действий, обоснованных критериев и необходимых регламентирующих документов. Это привело к неэффективному расходу выделенных значительных средств, путанице в эволюционной работе, ненужному ажиотажу для депутатов.